Здравствуйте! Давайте с вами учиться умножать. Умножать. Думаю, лучший способ что-либо делать ⁇ это рассмотреть несколько примеров, затем обсудить эти примеры и выяснить, что они значат. Итак, первый пример. 2 умножить на 3. Сейчас вы, возможно, уже знаете, чему равно 2 плюс 3. Это равно 5, да? Но если вам нужно повторить пройдено, то можно представить так. Допустим, у меня было бы две вишни. Видите, я даже по цвету подобрала. И к ним я хотела бы добавить три ягоды черники. И сколько ягод у меня в итоге было бы? Раз, два, три, четыре, пять. Если нарисовать линейку, может вам и не нужно, конечно, это повторение, но оно никогда не повредит. Никогда не вредно закреплять знания. Отметим на ней числа. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Мы начинаем с числа 2 и идем по линейке вправо, потому что если идти по линейке вправо, значения чисел увеличиваются. Итак, если начать с двойки и добавить 3, то нужно будет переместиться на 3 значения вправо. Если мы так и сделаем, то к какому значению придем? 1, 2, 3. Придем к значению 5. Ну, в любом случае, вы поняли, что 2 плюс 3 равно 5. А чему равно 2 умножить на 3? Умножение можно представить себе как проведение сложения снова и снова. Что означает 2 умножить на 3? Здесь нужно не 2 прибавить к 3, а нужно... Вообще есть два способа представления. Первый способ. Нужно двойку сложить 3 раза. Что это означает? Это значит, нужно сложить 2 плюс 2 плюс 2. Вы спросите, куда делось число 3? А сколько в этом выражении двоек? Посмотрим. Вот одна двойка, вот вторая и вот третья. Я считаю количество двоек так же, как и считала вот здесь количество ягод черники. Здесь у меня было 1, 2, 3 ягоды черники. А здесь 1, 2, 3 двойки. То есть это число 3 говорит о том, сколько двоек будет вот здесь. И чему же равно 2 умножить на 3? Ну, я взяла числа, 3 числа 2 и сложила их. Так, 2 плюс 2 – это 4, а 4 плюс 2 – это 6. Это один способ представления умножения. Другой способ, с помощью которого можно было бы это представить, такой. Вместо того, чтобы взять 3 числа 2 и сложить, можно взять 2 числа 3 и тоже сложить. Может, это вас сбивает с толку, но чем больше вы в этом попрактикуетесь, тем понятнее это будет для вас. Так, перепишу это выражение 2 умножить на 3. Его также можно переписать как дважды 3, то есть 3 плюс 3. И опять же вы можете спросить, а куда делось число 2? Когда мы проводили сложение 2 плюс 3, вот здесь, например, у меня было 2 вишни, ну, вообще это могло бы быть что угодно, да, малина или еще, еще что-нибудь. То есть у меня было два предмета, добавили еще три предмета. И при сложении числа 2 плюс 3, 2 и 3, никуда не пропадали. И сумма их была равна 5. Но здесь я говорю, что 2 умножить на 3 то же самое, что и 3 плюс 3. А куда же делось число 2? А число 2 в этом случае означает, сколько раз нужно взять число 3 и сложить. Интересно то, что независимо от того, каким способом я представлю 2 умножить на 3, я ведь могу представить это как 2 плюс 2 плюс 2, то есть 3 раза взять число 2 и сложить, могу представить таким способом. А могу и таким способом представить, нужно взять 2 раза число 3 и сложить. Но заметьте, в обоих случаях получится один и тот же ответ. Чему равно 3 плюс 3? Это также равно 6. Возможно, вы впервые сталкиваетесь с таким довольно интересным явлением в математике. Да, иногда так и бывает. Это не важно, какой способ решения задачи вы выберете. Если выберете правильный способ, то получите все тот же ответ. То есть два человека могут представить это по-разному. Если каждый из них представит это по-своему, но правильно это представит, то придут они к одному и тому же ответу. Возможно, вы спросите, а когда может пригодиться умножение? Я вам скажу, где оно может пригодиться. Иногда оно облегчает счет. Вот, предположим, у меня есть, ну, будем придерживаться нашей аналогии с фруктами. Да, это когда мы используем какие-то фрукты в качестве примера не буду слишком вдаваться в подробности. Допустим, у меня есть лимоны. Нарисую много лимонов. Предположим, по три в ряд. Раз, два, три. О, нет, я же не собираюсь э, их считать, потому что так мы сразу узнаем ответ. Буду просто рисовать. А теперь, если бы я вас спросила, сколько здесь лимонов, вы начали бы просто считать общее количество этих лимонов, да, и вам не понадобилось бы много времени, чтобы ответить здесь у нас с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лимонов. И я уже сама дала вам ответ. Мы теперь знаем, что здесь 12 лимонов. Но есть более простой и быстрый способ посчитать количество лимонов. Обратите внимание, сколько лимонов в каждом ряду. Ну, здесь ряд – это лимоны, нарисованные в одну линию. Да, думаю, вы знаете, что такое ряд. Не хочу говорить с вами, как с маленькими, вы же уже взрослые. Итак, сколько лимонов в каждом ряду? В каждом ряду по 3 лимона. Теперь задам вам другой вопрос. А сколько здесь рядов? Ну вот это первый ряд, это второй, это третий, а это четвертый. И простой способ подсчета состоит в том, чтобы сказать, здесь в ряду по 3 лимона и всего 4 ряда. Итак, в ряду по 3 лимона. Надеюсь, я вас не запутываю. И думаю, вам эта задача понравится вообще. И здесь всего 4 ряда. Значит, здесь 4 умножить на 3 лимонов. И это должно быть равно общему количеству лимонов, то есть 12. И чтобы это представить путем сложения, как я только что сделала, давайте подумаем вот о чем. 4 умножить на 3. Я буквально представляю себе это так. 4 умножить на 3. Это 4 раза взять число 3 и сложить. То есть 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Если мы это сделаем, то получим 3 плюс 3 6, 6 плюс 3 9, 9 плюс 3 12. И мы уже узнали вот в этой части урока, что этот пример мог бы быть представлен как 3 умножить на 4. Да? можно менять порядок множителей, то есть умножаемых чисел. И это одно из интересных и полезных свойств умножения. То есть это выражение 4 умножить на 3 также равно 3 умножить на 4. То есть 4 плюс 4 и плюс 4. Мы три раза взяли число 4 и сложили. 4 плюс 4 – 8, 8 плюс 4 – 12. Можно сказать 4 умножить на 3, но часто говорят 4 жды 3 или 3 4. Можно догадаться, о чем идет речь, но когда вы впервые такое услышите, это не совсем понятно. Но бывает, что произнося вслух пример умножения, люди говорят, сколько будет 4 жды 3? И если говорят 4 жды 3, то это буквально означает 4 тройки. Вот одна тройка, две тройки, три тройки, четыре тройки. То есть сколько в сумме составляют 4 тройки? 12. А также можно сказать, чему равно 3жды 4. Давайте эти выражение, выберу другой цвет. Вот это 4жды 3. Что это означает 4жды 3? Это то же самое как если бы я сказала вам, запишите 4 тройки и сложите их. Вот что это значит? Вот почему это, это называется 4жды 3. Или число 3 взять 4 раза. А это: сейчас выберу другой цвет это 3ж4. И это также можно было бы записать как 3 умножить на 4. Оба этих выражения равны 12. Теперь вы, возможно, скажете: ну, это хорошо, отличный маленький фокус, которому вы меня научили. Но ведь вы быстрее посчитали количество этих лимонов чем провели все вот эти вот вычисления. Но прежде всего, только сейчас вы так будете говорить, потому что вы новичок в умножении. Но что бы вы сказали, если бы в нашем примере вместо трех лимонов в ряду было бы по 100 лимонов и, например, было бы 100 рядов, в этом случае нам бы очень долго пришлось считать общее количество лимонов. И вот где бы нам пригодилось умножение. Хотя сейчас мы не будем учить, как нужно умножать 100 на 100. А теперь покажу вам одну хитрую вещь. Помню, моя сестра, чтобы показать, насколько она умнее, чем я, когда я еще ходила в садик, а она уже училась в третьем классе. Спрашивала меня, а сколько будет 3 умножить на 1? И я отвечала, ну, поскольку я думала, что это то же самое, что 3 плюс 1, я отвечала, ну, 3 плюс 1 равно 4. А вот 3 умножить на 1, наверное, это тоже равно 4. Она говорила: Да нет, это равно 3. А я не понимала, как это, как можно, может получиться, что 3 умножить еще на какое-то число все равно равно 3. Подумаем, что это значит? Это можно представить как 3 1 А что такое трижды 1? Это одно число 1 плюс еще одно число 1 и плюс еще одно число 1. И равно это 3. Или можно представить это как 3 один раз. А что такое 3 один раз? Ну, это очень легко. Это равно 3, ведь мы берем только одно число 3. Можно было бы это назвать «единожды 3». Вот почему, если любое число умножить на 1, или 1 умножить на любое число, это равно этому любому числу. Итак, 3 умножить на 1 равно 3. И 1 умножить на 3 равно 3. Ну и можно было бы сказать там 100 умножить на 1 равно 100. Или 1 умножить на 39 равно 39. Думаю, вы знакомы уже с числами такой величины, да? Вот такой вот интересный момент. Есть еще один интересный момент. Это умножение на 0. Начну с примера сложения. 3 плюс 0. Ну, надеюсь, вы знаете, что это равно 3. Так как получается, мы ничего не добавляем к 3. Если у меня есть 3 яблока, и я не дам вам ни одного яблока, то у меня останется все еще 3 яблока. Но чему равно 3 умножить? Ну, возможно, я слишком, конечно, зацикливаюсь на числе 3, давайте возьму другое число. Чему равно 4 умножить на 0? Ну, это значит... 0 взять 4 раза. А чему равно 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0? Это равно 0. Ничего плюс ничего плюс ничего и плюс ничего получится ничего. Другой способ представить 4 умножить на 0 такой. Можно сказать, что это 4 взять 0 раз. А как мне написать число 4 0 раз? Это значит, что я просто ничего не напишу, правильно? Одно дело, если бы я написала одно число 4, но если ни одного. Давайте я подпишу. Это 4жды 0. Но также можно было бы сказать 0 раз число 4. А что такое 0 раз 4? Это все равно, что просто оставить здесь пустое место. Ну, считайте, что я здесь написала 0 раз число 4. Да? Такое вот большое пустое место. И еще один забавный момент в умножении. При умножении чего-то на 0 получится 0. И я могла бы написать здесь большое число, ну, например, 5 миллионов 493 тысячи 692 и умножить на 0. И чему это равно? Это равно 0. И, кстати, если это большое число умножить на единицу, то что получится? Получится это большое число. А чему равно 0 умножить, допустим, на 17? Опять же, это равно нулю. Что-то наш урок уже достаточно затянулся. Поэтому пока увидимся на следующем уроке.